Близнецы, двойняшки и тройняшки собрались накануне вместе. В городе прошел парад двойняшек. Счастья много не бывает. На мероприятии собралось более 20 похожих людей. Шествие началось от драматического театра и закончилось у центрального универмага. Девочки любимые, вы непобедимые, а если победимые, то все равно любимые. Эти ребята – группа поддержки сестер Дурневых. 14-летние тройняшки – единственные на параде «Счастья много не бывает». Он прошел накануне у центрального универмага. Эти девочки не похожи друг на друга ни внешне, ни по увлечениям. Ну, я занимаюсь модельным агентством, мне это вот очень нравится, и еще спорт, волейбол. Ты что любишь? Я занимаюсь эстрадным вокалом. Вот. Пою тоже на разных конкурсах, езжу. Ага. А ты что? Я занимаюсь в художественной школе. Что у вас общее? То, что мы дружим и понимаем друг друга. В Северодвинске так массово парад двойняшек прошел впервые. Пришли 45 участников. Самой маленькой паре по 3 месяца, старшей по 37 лет. Основная цель – это просто, во-первых, объединить, сделать такое теплое семейное мероприятие, показать то, что дети – это здорово, рожайте детей больше, размножайтесь. Если их будет двое, это здорово, будет трое, еще лучше. Чтобы получить приз, сертификат на бесплатную фотосессию, каждой паре необходимо было подготовить презентацию, визитную карточку своей семьи, фотографии и собрать группу поддержки. Нюша и Олег, замечательный дуэт, мы двойняшки, высший класс, все пример берите с нас! Ксения и Олег с мамой Марией приехали в наш город из Москвы к родственникам. В их семье однополые двойняшки рождаются по женской линии в каждом поколении. Разнополые родились впервые. Вот она более такая, то есть с ней можно договориться чем-то позаниматься, это, например, порисовать, там, что-то поделать, книжки почитать, в отличие от Олега, он этого совершенно не любит. Вот. То есть они абсолютно разные. Семья Скитович стала победителем фотоконкурса в категории от 0 до 2 лет. Выбирали в 3 возрастных категориях. А самая активная группа поддержки у тройняшек Дурневых. С парада все участники ушли с призами и дипломами. На следующий год организаторы планируют собрать еще больше двойняшек и близнецов. Евгения Карелина, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.